делать. Если человек готовый к людей надо тоже снять. Вот, а они тут расслабляются и не знают. И не знают, что сейчас нас ждет очень трудное приключение. Пойдем. Мы видите, мы вышли в какие-то странные места. Здесь, скорее всего, секта, какие-то оккультные знаки. Черный катафалк, вот видите, на заборе нарисован. Какие-то звезды, непонятные пентаграммы. Да мы выходим на пляж как бы сектантского пансионата, который мы должны пересечь незаметно, быстро и аккуратно. Держите за нас пальчики. Внезапно мы оказались на настоящем морском берегу. Давай, Юля показывает, что здесь водятся крабы. Давай. И здесь действительно водятся крабы, как вы можете видеть. Бесстрашный путешественник. Да ты иди. Бесстрашный путешественник забирается в огромную гору. Вот подвернуло колено, но это не преград. Мы находимся где-то в жопе мира. И сейчас я неизвестно зачем попробую залезть туда на крышу и посмотреть что там. Может быть там сокровища. Белые ходоки. He say we in the ass of the world. Oh my god. Be careful. Picture. Нет. Это была очень плохая идея, на самом деле. Там скользко. Вот такие вот чистые штанишки. Ногу-то не порвал? Почти нет. И мы продолжаем наше путешествие через дебри, непонятные заросли. Такое ощущение, что где-то здесь могут быть дикие звери. Что? А? Кто это? Слышали? Вы слышали? И мы продолжаем экскурсию по нашей художественной галерее. Следующий арт-объект вы можете видеть прямо здесь. Образчик уличного искусства. Как вы видите, это надпись вписана в квадрат и достаточно гармонично смотрится на холсте. Обратите внимание на каллиграфическое исполнение букв. Видно, что художник не просто быстро за 5 минут нарисовал это, а долго думал и тренировался, прежде чем это делать. Полотно продается за 100 тысяч евро. И если вы купите, мы доставим вам на самосвале и при желании поднимем на этаж. Продолжаем. Сейчас мы подошли к старинной русской забаве, называется The Горка. Горка. И веселяться на ней следующим образом. Это старинная русская забава, идет из глубины веков. Do you want to try? Sure, I tried it. Okay, don't afraid, go. It was funny? Funny? Преодолев множественные препятствия, мы наконец-то это сделали. Дошли до магазина. За мной, ребята! Now it's time for the master man to the rock your body, girl. Dance
Братик, что-то надо спросить, что случилось-то? Ой. Сдавай, 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 сдавай! Двери закрывайте! Да назад!